Ирфан, кажется, приехали клиенты. Скажи, что ресторан закрыт. Пусть возвращается, пока не уехало такси. Да, здесь. Возьмите. Здравствуйте. Добрый день, но наш ресторан закрыт. Я приехала к господину Джамшиду. Постойте, тогда я предупрежу его. Благодарю. Эта девушка тебя ищет, господин Джамшид. Она не в ресторан приехала. Здравствуйте. Ты не узнал меня, зять? Я Филис. Сестра той, которая убила себя. Филис, которая потеряла при землетрясении всю семью. У которой пропал единственный оставшийся родственник. Ты не вспомнил меня? Филис. Я помню, как я ушел с похорон. Собственно, только это и помню. А потом больница. Я не знаю, как я попал туда. Все, что связано с теми годами, затуманено. Я помню, что пил так много лекарств, что я забыл, есть ли у меня кто-нибудь. Нет ли? И вообще, что случилось? Даже когда я немного собрался с силами, я решил перебраться сюда. И все равно был не в себе. Любая мелочь, связанная с прошлым, даже ветер, напоминающий мне о том дне, на много дней приковал меня к постели. А потом... Потом в моей жизни появились Асие и Мемо. Будто бы вернулись Сизин с Мехметом. С их приходом постепенно вернулся и я. Я бывший. Я смирился со смертью жены и сына. Я начал мечтать. Мечтать, что смогу наладить новую жизнь. Как ты понимаешь, я был не в состоянии искать вас. Я не мог. Предсмертные конвульсии и плач моего заваленного камнями маленького сына, который я слышал несколько часов, не сравнятся ни с какой болью. Тише, сынок, не плачь! Не плачь, малыш! Каждый раз думая о прошлом, слыша голос сына в ушах, у меня перехватывало дыхание. Я задыхался. У меня не было сил сталкиваться с чем-либо, что могло бы вернуть меня в те дни. В общем, от меня не было проку. Меня просто не существовало. Когда вы ушли, мы с твоим отцом нашли утешение друг в друге. Моя мама умерла. Папа умер.
Сестра покончила с собой. Мои братья умерли. Все наши соседи, наши близкие, все ушли в мир иной. Только твой отец, дедушка Абди, только он позаботился обо мне. Забрал в имение, вырастил, выучил. Я стала адвокатом, ты знаешь? Благодаря твоему отцу. Благодаря ему. Я дала ему слово. Я пообещала, что привезу тебя к нему. Он очень постарел. Он с трудом пытается удержаться на ногах в том большом доме. Он никуда не уехал, опасаясь, что ты однажды вернешься, но не застанешь его. Я не смогла взять его к себе. Единственное, чего он хочет, это увидеть тебя перед смертью. Ты знаешь, что с ним было, когда он узнал, что ты жив, что ты в порядке? Как я посмотрю ему в глаза, Фелис? Как я оправдаю то, что ушел и оставил его без сына? Как? Как я буду смотреть ему в глаза, Фелис? Я не смогу. Как тебе было просто взять и уйти? Уйти и больше не возвращаться. Как все до сих пор просто. Прилег и отдохни. Нам обоим нужно прийти в себя. Утро вечера мудренее. Твоя жена? Где она? У подруги. Чтобы ребенок здесь не замерз. Я буду в соседнем доме. Ты любишь жену? Вы поженились по любви? Ты счастлив?